Здравствуйте, мы вас приветствуем на нашем канале «Самоделки тут». Меня зовут Михаил, и хочу рассказать вам кое-что о своем канале. В 2011 году мы закончили первую сборку мини-трактора. И за 5 лет эксплуатации он себя зарекомендовал, ну, скажем сказать, неплохо. И вот хотели бы его все с нуля разобрать так, как раньше записи не было такой, полностью от этих агрегатов, как его собирали. И вот хотелось бы ее разобрать осенью, так как сейчас такие дела пока загружены. И вот немножко попозже мы ее разберем и будем собирать опять с нуля его. Где какие минусы, где плюсы, все это я буду рассказывать. И, как говорится, все агрегаты будут, ну, в общем, от и до будут. Они показаны на видео, каждый по отдельности. Так как много комментариев по нем, и приходится мне отвечать, ну, а это уже... На видео все будет ясно. Также у нас сейчас идет съемка второго мини-трактора. И будет она в дальнейшем, продолжение обязательно будет восьмой серии. Ну и далее. Пока сейчас у нас небольшая загруженность. Ну и будем ее, думаем, зимой у нас закончится. Ну, все, в общем, все будет, на ход ее поставим. Ну... Как говорится, много вопросов по нем тоже. Я не могу полностью, как говорится, может, извиняюсь за ответы, за поздние. Но все будет показано. Так что это мы пока немножко затормозили. Лето, сезон на работу у нас. Продолжение обязательно будет. По комментариям я хочу сказать. Ну, есть и хороший комментарий, есть и план этого. Я ни на кого не обижаюсь, я рад, что меня критикует. В общем, кто может идеи какие подкинуть, с удовольствием я все, как говорится, прочитаю, услышу вас и обязательно приму к сведению. Может, новые кто-то скажет, может, так что пишите комментарии, обязательно я на них отвечаю всем. По мере возможности. Некоторые комментарии, конечно, у меня постоянные, вот, как говорится, ребята меня поддерживают, ставят лайки. Большое вам спасибо. Я рад, что меня, кажется, видите, понимаете. Большое еще раз спасибо. И я хочу сказать, ну, а кто пишет там, может, пальцы вниз, не обижаясь. Есть и такие, конечно, ну, куда деваться. Не всем я могу нравиться. Так что... Пишите больше комментариев, с удовольствием и на хорошие, и на плохие буду отвечать. За качество съемки, конечно, извиняемся, так как у нас камера не важная пока, но в дальнейшем будет очень хорошая камера, мы приобретем, и также микрофончик, ну, со звуком у нас тоже мы хромаем. Так что, ребята, что если извиняемся, в общем, за плохую съемку, просьба подписаться на канал, если кто может. Вам спасибо большое еще раз. Будем рады за вашу подписку.